Доброе утро. Уже 8 утра, и мы уже в Фушиминари Шрайн. Идем по коридору Тори. 8 утра, и уже столько много народу. Но это самая популярная точка Кёто, если не в Японии. Вообще, Фушиминари – богиня плодородия и бизнеса. И мы видели... Везде были лисы, они типа защищали рисовые поля от мелких грызунов, поедали. Поэтому они здесь все расположены. А почему здесь так много этих торий? Врат, потому что типа бизнесмены жертвуют деньги таким образом, чтобы поднять свое благополучие в бизнесе. Смотрите, все такие разные. И маленькие тори, и большие. Насчет этого в интернете не соврали, что если рано утром ты поднимаешься высоко, людей практически нет. Кстати, пошли. Щач. Не, красиво. Красиво, что они так бух, бух. Знаешь, ну, на видео выходят из кадра. Не, конечно, этот коридор Тори – это удивительная красота. Обязательно придите сюда, хоть и много туристов, но это круто. Очень красивые фотки и очень вообще эпично. А мы уже спускаемся вниз. Кушаем матча-мороженое. Нет, мы кучаем. Кучаем матча-мороженое. А еще мы только что встретили японца, который живет в Уджи, недалеко от Киото. И у него хобби – изучение русского языка. И мы проходили, разговаривали с Сашей, и он такой подходит, типа, русский. Ну, с акцентом, конечно, но и чуть-чуть поговорили. Он нам сказал, где сакура уже расцвела, куда можно пойти посмотреть. И это… И зафоткал меня. Смотрите, какая красота. Блин, даже то, что GoPro удаляет, все равно не видно всего. А тут так-то хорошо. Сейчас мы были в Нанзанджи и буддийский храм. Почистились этими благовониями. Тропа философа хороша. Реально философа. Очень тихо, спокойно, хоть и много людей. Наконец-то мы нашли храм, тот, который мы искали, который сохранил дух, спокойный. Здесь есть все, что я хотел увидеть и прочувствовать, и очень круто. Очень круто. Путешествуйте. Не будьте туристами, а будьте путешественниками. Это большая разница, которую надо осознать. Турист, он купил путеводитель, книжку и пошел. Так, это, ага. Хотя там уже все. А путешественник, он находит новые пути и проживает путь. Не то, что конечная точка, а само... И так ты изучаешь и культуру, и все ощущаешь на себе гораздо больше. Саша, есть чего добавить? Нет. Просто наслаждались. Пойдемте. Пробуем странные напитки из вендинг машин. Банка железная.
пахнет химией. Погнали. Буратино. На вкус как буратино, чуть-чуть с химией. Точно. Смотри, Саша. Вкусно. Ну, лимонад такой какой-то. Вкусная штука, берите. Подходим к заведению с огненным раменом. И там опять очередь на улице. Но в этот раз мы подождем, потому что светло и не так холодно. Мы хотим жрать. Мы уже вышли с рамен плейса. Там нельзя было ни фоткать, ни снимать на свой телефон. Но это было очень круто и очень страшно. И но они взяли наш телефон, закрепили на своей стойке и засняли видео для нас. На наш же телефон, так что у нас есть видео. И вы сможете его посмотреть. И посмеяться. Готовы? Над нами. Раз, два, три. Это жесть. Я очень сильно испугался, на самом деле, что мои ресницы сгорят. Когда ты находишься там, это, конечно, да. Там Саша первая, потом я, а потом еще когда всем. И я почему-то в один момент подумал, что он потом обратно еще раз пойдет. И, бля! И типа там правило, руки надо держать за спиной, халат не трогать, ничего, это самое. И большая очень порция, мы сейчас очень, блядь, пузо наелись, и на шафтик. Все. И давайте, мы едем домой, всех любим, целуем, пока, до завтра.